Брали сейчас системку, подключили капельный полив. Это будет первое включение. Давай, поехали, как оно. Ой, как хорошо запустилось. Все, течет. Капельницы от 0 до 70 литров, они регулируемые. Можно их регулировать больше, меньше. Сейчас мы насосик другой подставим еще. Проверим насосик. Суть, в общем, будет в чем система. Вода будет подаваться по насосику, по вот этой магистральной шлангочке. Будет сливаться сюда обратно. Тем самым будем экономить воду, место и время обслуживания этих систем. Горшки будут использовать зиборовые, чтобы расстегивались. На липучках, когда растишки будут уже побольше, их можно будет пересаживать. Или стационарно использовать какие-то, выращивать небольшие такие вот растишки, там сантиметров так до 60, где-то там плюс-минус.